Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Задание дня, громкое событие. Ну что, попробуем пройти его. В вашей колоде зеленая угроза, полно приемов, так что выиграть будет нелегко, ведь за противника играет много оборонцев, которые повышают их стоимость. Может, начало игры с тремя единицами солнца и тремя мозгами поможет? А, вот этого я не знаю, поможет или нет. За кого я играю? За Зубастизилу? Так точно. Ну, давай посмотрим. Ох, кстати, вот это хорошо. И, в принципе, все меня устраивает. Давай попробуем. Так, чтобы мне... Ха, если я поставлю, мне кажется, он его сразу уничтожит. Такое ведь может быть. Погнали. Что он там делает? Смотри, какой же... Ты... Ах ты, чепушила ты этакий, а? Ты посмотри, что он творит. Ты посмотри, что он вытворяет. Ну, посмотрим дальше, что он будет делать. Уничтожает растение 2 или меньше. Это хорошо, что я не поставил огурца сюда. Нифига. А не оборзел ли ты, парнишка? Три единицы в лицо просто вот так вот взял и зарядил, и не побоялся причем. Так, заменим сейчас вот эту вот фигню его. Ну-ка. Что он там? Ха-ха. У меня подсолнух сейчас появится здесь. И он будет мне давать дополнительную энергию. Так, смотрим. Что он там надумал? Ну, парень, это тебе не поможет. Вали-ка ты отсюда. Нашелся мне тут тоже дурачок. Так, нам нужно с тобой как-то огурцы реализовать на самом-то деле. Сейчас еще один подсолнух появится. Ну, молоточек. Что? Блин, у него этих дурачков, я так понимаю, очень много, да? Мы тогда будем с тобой делать вот так. Я надеюсь, он не сможет его уничтожить. Пошел ты знаешь куда. Ты прикинь. Ушлепок. Вот это хорошо, ребята. Это очень хорошо. Сейчас мы с тобой захиляемся. Сейчас мы с тобой захиляемся. Причем хорошечно так захиляемся. Все, пока. Не дай боже, он опять. Че он там? Ага, три катаки. Слушай, ты оборзил, а? Вообще оборзил в корень, ребят. Так, сейчас мы его уничтожим. Хи-хи. На-ка. Парнишка, да выпендривался, да? Так, Бонг-Чуя. Что мне толку от этого Бонг-Чуя? У него три карты всего. Купидончик. А чё я радуюсь-то, ребят? Чему я тут радуюсь? Скажи-ка мне на милость. Опа. Опачки. Слушай, давай-ка мы поставим с тобой Бонг-Чуя сюда. Я боюсь, что он мне вот это растение сейчас уничтожит. И сделаем с тобой вот так. Хочу-ка я проверить, что он будет делать сейчас. Да ничего. Прекрасно. На, в бубен. Купидон несчастный. Ага. Пошла прокачка у нас, да? Кого он сейчас будет выставлять? Чё-то мне не нравится. Вот эта вот тихомолочка его. Интересно, что он этим хотел добиться. Ребята, ему крышка. Ему крышка. Разыграли, да? Ну, неплохо, ребят. Конечно, вот это растение, алоэ, оно нам очень сильно помогло, потому что, ну, ты сам видел, здоровья было мало, а он восстановил мне все. Так, разыграли три приема. Тут еще нанесите 20 единиц урона. Так, капитаном огоньком. И повысить силу зомби до 6 единиц. Хм. Так. Все, здесь мы выполнили с тобой. Значит, такое у нас задание, да? Сыграть
за капитана Огонька. Ну что, попробуем. Капитан Огонек, милости просим. Кстати, посмотрим, что у него там за колода хотя бы. Колода какая-то странная. Фиг знает. Ну попробуем сыграть ей. Выбираем и играем. Как ты видишь, у меня 25-й ранг, золотая лига. Ой, ой, 10-й ранг дают, подсолнышек. Так, а играет он за Земеха. Угу. Ну, если я вот так вот сделаю. Ёлки-палки, что-нибудь поменьше, да? Ничегошеньки. Ладно, ребят, начнем с этого, а потом, наверное, с этого. Или как? Или наоборот, вначале с этого, потом с этого. Угу. Тогда начинаем с этого. В плане. А чё так? Чё-то так жидко. Акис 2013, почему ты сдался? Я не понял. Я не нанес урона, поэтому мне не засчитывают эту победу, ребята. Ну, как бы ее засчитывают как победу, но как задание я не выполнил. Так, кто там? Нептусь? Ух, Нептусь, 1000 лет тебя не видел. Еще бы столько не видеть. Ну что, попробуем. Попробуем сыграть. Так, 2-2, да, становится? А этот у нас что делает? Перемещает зомби на эту линию. А он вот что делает. Вот его-то мы как раз и переместим оттуда. Из водички, да? Хотя мы можем звездануть по нему. В принципе, нас это как бы не пугает особо, да? Так и сделаем, наверное, с тобой. Ставь сюда кого-нибудь, рядышком. А смысл рядышком ставить? Нету смысла рядышком никого ставить. Будем бомбить. Угу. Такой деловой. Такой деловой, думает. Один умный здесь. На-ка, в ответку получи и распишись. Двигаемся дальше. О, но мне его пока не поставить никуда. А на следующем ходу... Так, растение получает 2 плюс 2. Ну что, я сделаю, наверное, вот так и вот так. Посмотрим, кто у него тут. Ах ты жук навозный, ты посмотри. Ладно. Предположим. Угу. Так, будем с тобой, наверное, ставить грушу. Кого он? Опа. Карту делает добор. Сейчас, может, еще кого-то поставит. Не, никого? Ага, вот так вот. Я тебя понял. Погнали. Ну, поехали. Вперед и с песней. Кстати, мы можем сейчас вот этих двоих сразу снести. А, нет, 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 вру. Вру, друзья мои, не можем. Пока не можем. У него раз, два, три, у него 5 карт. Упс. Упс. Ну что, перемещаем зомби? Под нас, естественно, да, ребят? Иди сюда. Вот сюда вот впереди. Да-да, именно вот так вот. Так. Хоба. И готово. Ну давай посмотрим, что он там дальше замутит. Какие замуточки он хочет сделать. Какие ты замуточки. Вот ты как сделал. Как раз под вишневую мою бомбочку, да? Упс. Пардончи. Кто у тебя здесь? Пиратик. У него, оказывается, здесь пиратик. Так, он будет уничтожать или нет? Как ты думаешь?
Если есть заклинание какое-нибудь хорошее, он может его уничтожить. Ага, вот что он решил сделать. А зачем? У меня ландшафта здесь нету. По-моему, так. Ниндзя. Предположим, что дальше? Вот так вот. Я могу, конечно, ребята, эволюцию сделать. Вытягивание двух карт. Погнали. Отлично. Кто же там? Ах ты, сопляжуй ты несчастный. А ты посмотри, ребята. 4-7. Плюс под защитой. Ладно. Так, что мы с тобой сделаем? Мы можем сделать добор карты. Медик. Себя, что ли, лечишь? Пси. Ради бога. Все, тебе... Тебе крышка. Я тебе скажу одно, парень. Тебе крышка. Делаем с тобой следующим образом. Смотри. 4 и 3, да? 4 и 3, смотри. Делаем вот так вот. Оп, карту добрали. Отлично. Дальше мы можем сделать... Да, я думаю, что вот так вот будет оптимальненько для меня. Иди отсюда. Шикарно, да? Шикарно, ребят. Ну, здесь, конечно, убьют. Но это, ребят, ненадолго. Ну что, здесь обменочка идет. Сам понимаешь, да? Здесь мы проигрываем. Но это ничего страшного. Здесь уничтожаем ниндзю. Теперь смотри, что у него там за... О, хорошая карта. Теперь делаем следующее. Так, он что? Так, если растение наносит урон, и оно уживает, то оно превращается в случайное растение. Да-да-да-да-да. Это будет идеально. Сделаем с тобой так и вот так. Опа. Ну и что там у тебя есть в запасе? Покажи мне, пожалуйста. Нептусь. Что же там у тебя в запасе? Ничегошеньки. Да? Так, что это у тебя здесь? Что там за карта? Безумие даже, о как. Это не поможет тебе. В кого? Ты серьезно, блин? В кукурузку? Ну, а почему бы и не, да, ребят? Почему бы и не превратиться ему в кукурузку? А мы с тобой сделаем следующее. Вот так. Да и вот так, пожалуй-ка. И еще сделаем с тобой вот так. Ой, 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 напугал-то ты меня как. Ой, своей вот этой вот машинкой. Господи. Так, сейчас, подожди секунду, у него там еще что-то есть противное, да? Прячет в надгробии, ради бога, карту, правда, он вытягивает. Так, а мы прокачиваемся. И остается у него всего 10 единиц урона. А вот это вот, ребята, все, это фиаско. Для него это труба. Упс. Упс. Так... Дело дрянь, друзья мои, дело дрянь. Почему? Смотри. Хотя... Так, здесь из надгробия вылезет же, да, по-моему? По-моему, вылезет. Погнали. Угу. Да-да-да, я так и понял, ребята. Вот для этого я и сделал. Потому что так бы они все бы получили бы здесь неуязвимость, понимаешь, да, теперь? А смотри теперь, что происходит. 7 единиц в лицо. Правда, защита, наверное, сработает. Нет, скорее всего, не сработает, ребят. Скорее всего, да, мы его так и уничтожим. Ну,
Прекрасно, прекрасно отыграли, друзья мои. Надеюсь, мы получим с тобой вот этот вот самый бонус за 10 гемов. Да, мы получили. Так, повысите силу зомби до 6 единиц. Как понять, повысить? Прокачать или что они имеют в виду? Или какого-то зомби нужно, чтобы у него было 6 к атаке? Хрен его знает, ребят. Ладно, давай попробуем сыграть с тобой за нашего маленького орешка. Орешек в доспех. Ой, какой орешек? Ну да, что это я? Блин, я уже бабаха попутал. О, а тут немножко посерьезнее противник. На один ранг выше, чем я. Ладно, давай смотреть. Так, ох ты, он взял, ребята, Гаргантюа. Он взял Гаргантюа. Именно этого. Разгрома. Да? Будет сложно, но думаю, что возможно. Пропустим здесь с тобой ход. Угу. Будешь кого ставить, нет? Задумался. Задумался, неспроста. Вот ты как сделать решил, хорошо. Ай-яй-яй, ребятушки, как же так-то? Ладно, фиг с ним. Это, как говорится, не опасно. Прокачкой займешься своего? О, вот ты как решил. О, даже вот так вот. Слушай-ка, а что же мы тогда с тобой сделаем? Он, неужели он будет Гаргантюахи вызывать, а? Что-то подсказывает мне, что именно так и будет. На-ка. Че, проверим? Все, у тебя, парень, этой-то нету. Заклинание за 0 единиц энергии нету, парень. Поэтому goodbye. Так, играем дальше. Выполни орех. С отражалкой, да? Что-то радуешься, я не могу никак понять. Что-то радуется, дурачок местного разлива. На тебе. Надеюсь, тебе понравится. Ну? У него, ребята, может... Ну, вы знаете, какой удар быть. Он может вот эту вот ягодку мою убрать. Может ее убрать. А этот в прокачку пошел, да? Ну, давай посмотрим. Я могу, конечно, убрать его, вот этого убрать с поля боя. А могу воспользоваться им. Слушай, у него спортивный зомби. Неужели у него чувачок, который будет давать защиту? Скорее всего, друзья мои. Вот оно что. Вот на что он претендует. Давай валить, пока не поздно. Пока, ребятушки, не поздно. Вот как он решил, да? Хорошо. Потратил зачем-то свое последнее заклинание. Ну, а теперь будем веселиться, ребят. Смотрим, что он там будет призывать. 8, естественно, не хочется получать в лицо. О, видишь, как он делает? Видишь, как он делает? Окей. Так, чтобы не было никаких там бонусных атак, мы с тобой сделаем... Подожди. Мы с тобой сделаем вот так. Идеально. Я придумал, да? Ну что, поехали. Великолепно. Так, ну что ж, давай дальше. Фонарь. Фонарь. Ух ты. Ты гляди-ка, что он делает. А вот так вот ты не думал, что у меня есть? Крокодильчик как раз для водички, да? Че, поехали? Так, ну что, 8 в лицо-то не хочешь получить? А, тратишь. Ну, ты ради бога. Ради бога. На. У меня-то карт побольше, чем у тебя будет, парень. О, еще и отхилка есть. Еще, друзья мои, и отхилочка у меня.
Давай-ка вот так сделаем с тобой. Да и вот так, пожалуй. Ну, как тебе такой раскладик, парень? Я так и понял. Я так тебя и понял. На, ай-яй-яй, что у него там? Хилку он взял, 100%. Он не стал, ребят, тратить, потому что у него много здоровья, да? И подумал, а зачем я буду это делать? Но мы его сейчас выведем с тобой на чистую воду. Как? Сейчас покажу. Ну что ты там задумался, спортсмена? Давай, где у тебя там под барьерами-то, ребятушки? Что-то не стал ставить он почему-то, ребят. Короче, сделаем с тобой вот так и вот так. Всыпем ему, да, трешечку. Ну-ка, погнали. Он уже понял, что, что я хочу сделать. Надо же прокачивать зомби своего. Ай-яй-яй. Че там? Все зомби получают плюс 2, плюс 2. Ради бога. И 6 единиц здоровья. Все, ребят, это крышка ему. Он подписался. Он все карты свои раскрыл, соответственно. И я знаю, что у него там. На. 7 хп. Защита сработает, конечно же. Сработает. Ой-ой-ой-ой-ой, как грозно-то вышел. Ну, сейчас поставят кого-нибудь вот сюда. Вот, понятное дело, ребят, там спортсмен-зомби будет вот здесь стоять. Но у меня есть тоже для него подарочек. Упс, я, честно говоря, не вот это ожидал. Будем честны, я не это ожидал. Ладно, давай воспользуемся. Опа! Опачки, ребятушки. Это же, если я не ошибаюсь, отхилка. При появлении появляются малыши здесь поблизости. Да, друзья мои, которые хилят. Хе-хе-хе, все. Разгрома здесь не выжить. Ну, никак, ребята, не выжить. Еще и водяной орех мне достался. Мы можем... Да нафиг я буду, или надо? Убьем или... Давай убьем нафиг, ядрени фени, этого зомби. Спортсмена. Смотри, что у нас получается. Отражалочка. Бонус, у него срабатывает защита. Последняя. Там у него уничтожение... А, безумие. Безумие он себе делает. Вот здесь, конечно, тогда получается, ребята, небольшой подвох. Мы его как бы пробить не сможем. Но он, в принципе, нас тоже. А теперь смотри. Смотри. Сейчас я хилочку поставлю. Вот эту вот, смотри. Смотри. Опа. Этот сделает дело наше. Тыч. Блин. Тыч. И еще ударчик. Еще ударчик же должен быть, насколько я помню. Че там? Уничтожай, господи. Все? Все, доплясался парень. Давай я вот так еще сделаю. Для красоты. Ну что, парень, приплыл? Сейчас 100% не сделает свой ход. Поверь мне. Сбежит как трус. А нет, смотри-ка. Сделал ход. Ну, ты понимаешь, что ему крышка. Великолепно. Да, орешек в доспехах доказал лишний раз, что он, ребята, парень не промах. Ну, а мы с тобой повысились в ранге только что. И стали 26-й ранг. Ну что, давай сыграем теперь, наверное, за бабаха. Попробуем. Чуточку сыграть за бабаха. Ну, один уровень. О, друзья мои, здесь шансов на победу нету. 40-й уровень, это говорит о том, что у него куча легендарок, потому что... Ну, тут элементарно все, ребят. С простыми картами до 40-го ранга невозможно дойти. Я уже пробовал. А если ты доходишь до этого ранга, то у тебя очень много, как тебе сказать-то, очень много легендарных карт. Потому что 100% он играет какой-то определенной колодой. И на шару ты не пройдешь до туда. Поэтому у меня шансов здесь на победу не будет. Он будет играть, наверное, через, знаешь кого? Через малышей. Ты спросишь, каких? Я тебе отвечу. Через бесят. Скорее всего, бесята, которые будут иметь способность к этому. Как это называется-то?
Беседа со способностью не безумия, а, ну ты понял, наверное, да? Которые уничтожают полностью любое растение, да? В которого попадут. Как называется там? Порча? Ну, порча, да. Так назовем это. Ну что? Сейчас, естественно, поменяет мне ландшафт. Я больше уверен, что у супермозга должна быть карта с ландшафтом. Тем более, который на 40-м ранге. Ну давай ты, что-то там тупишь опять. Выдумывает там стратегию свою. Ой, елки-палки. Офигеть, это, ребят, моя ошибка, извиняюсь. Извиняюсь, я не посмотрел. Сижу, рассуждаю, забыл ход свой пропустить. Вот об этом я тебе и говорил. Ну и что будем делать? Будет получать дополнительную энергию, да? Две штуки. Ого. Ага. Нормуль? Парнишка тут устроил. Короче, смотри, мы с тобой сделаем следующее. А фиг мне тут сделать. Он будет ехать, да, и бомбить. Он будет ехать и бомбить. Как, блин, сделать-то здесь лучше? Давай вот так вот, наверное. Да и вот так вот. Посмотрим. Что он там сделает сейчас? Прокачает, наверное, своего ханорика этого, да, я так понимаю. Ага, он кровожадно сделает. Ну, короче, ему крышка, ребят. Мне тоже, конечно же, крышка. Ага. А вот ты там дальше будешь. Наверное, еще у тебя один такой есть, да? Я так понимаю. Я говорю, ребята, будет играть на легендарных, редких, эпических картах. С ним шуточки не, ну, не прокатят. Ну, видишь, клоунада у него есть. Естественно, опять добор берет. Блин, у меня ландшафта нету. О! Знакомая физиономия появилась. Так, что мы с тобой здесь можем сделать? Да, в принципе, как бы и ничего. Вот так вот сделаю, наверное, да, ребят, пока. И вот так. Поехали. Посмотрим, что там. Угу. Так. И вот так. Досталась мне кукуруза. Хорошая карта кукуруза, ребята. Но стоит она 8 энергии. Чего там? Легендарную карту хочет вытащить. Ну ты прикинь, а? Оу. Вот как он разыграть решил все, да? Окей. Что нам нужно с тобой уничтожить? Ну, наверное, одно из вот этих кикимор. Прикроемся. Просто, ребята, прикроемся с вами. Да? Наверное, вот так вот лучше сделаем. Лучше сделаем вот так. Сколько ты даешь? Плюс 2. Плюс 2. Мы еще с тобой поживем. Норм. Поехали. 3 в лицо. Конечно, тут, ребят, ничего не поделаешь. На. Получи. И двигаемся дальше. Вот у нас с тобой наконец-то появилась лужайка. Ставим сюда. Плохо. Плохо, ребята. Но зато он всю энергию, да? Потратил. Сделаем так. И... Чу-чу-чу-чу-чу. Куда бы... Давай, наверное, вот так вот еще с тобой замутим. 3 энергии у него, конечно. Смысла нету, ребята, выставлять. Поехали. Так, он опять, да? Опять меняет. Уничтожаем эту дуру. Ты получаешь свое. Улетает. Вот единственное, что в этой карте, ребята, он будет ее постоянно выставлять.
То есть он меня достанет ей. Он сейчас будет ее ставить, ставить. Но мы можем с тобой воспользоваться орехом. Оух. Ты смотри-ка, что он вытворяет. Да, хорошо использует навыки. Я бы сказал, даже очень хорошо. Поехали. Так, и так. Да блин. А, ну орех, ладно. Хорошо. Хм. Ну, ребят, в любом случае я здесь проиграю. Ну, ты сам видел, какие он сейчас начал выставлять карты. Я тут на добром слове просто выигрываю уже. Видишь, что у меня в руке происходит. Поставил это, вот этого вот хлыща зачем-то сюда. Не знаю, ребят, для чего, если честно. Я могу единственное... А, я понял, для чего он его поставил. Я, кажется, понял, для чего он его сюда поставил. Ну, предположим, я вот так вот сделаю. Попробуем. Ух ты, ух ты. 5-9. Круто. Что могу сказать? Вызвал. Убрал. Убрал с воды. Да. Защита, да, срабатывает. У него, ребята, кстати, тоже 3 карты всего лишь. Ну, при... Ой. Ой-ой-ой, что это? Что это такое? Зачем это мне нужно? Вот, ребята, начинается, короче, фигня полная. Пришелец. Так, ну и что мы с тобой сделать можем? Единственное, можем... Блин. Да ничего мы не можем сделать. Ну, давай вот так вот сделаем я. Посмотрим, что у него там еще есть. Жалко, да, жалко, конечно, что... Так. Хотел еще разок стукнуть, да не смог, как ты видишь, да? Угу. Опа, ну... Вот. Вот что мы с тобой сейчас сделаем. И вот так. Посмотрим, что он там сейчас влепит. Что-то вот сюда вот призовет. 100% тебе говорю. Или же уничтожит просто этот гриб мой. Ё-моё, он еще превращает. Куда еще так круче его превращать? А бонус на атаку делает. Ага, вот что он решил. А бонусной атаки нету, да? А бонусной атаки нету, потому что здесь, ребята, у меня стоит. Ты сам видишь, кто. Все, одна хпшка у тебя, парень. Ну что же. О, друзья мои. Ну вот и все. Подожди, вот и все. Не все, ребята. А если я вот так сделаю? М? Проверим. Да ты запарил уже, блин, а. Ладно, ребят, смотрим. Этого мы ушатываем с тобой. Ну, я. Ребята, первый раз подбил 40-й ранг на своей памяти. И ты видел, как это великолепно получилось. Я сам не ожидал, да? Ты видел, сколько у него и какие карты у него были? Ну, тут, извини, ребят, просто, просто чудо. У меня такая сейчас за себя гордость, знаешь, одолел мощного противника. Так, ну что же, картошечка неплохо себя проявила здесь. Я думаю, что вы согласитесь с этим делом. Давай сыграем теперь за зомбика какого-нибудь. Так, кто у нас будет с тобой? Ну, давай-ка мы сыграем за вот этих малышей. Давно не играли за бесячество. Поехали. Ну, за зомби сейчас будем фейлиться, наверное, скорее всего. Хотя не факт. Да ё-моё, что мне 31-й ранг дает теперь, а?
Ладно, попытаемся как-то, я не знаю, ребят. Что-то да надо делать, как-то надо выигрывать. Усы, рикошет, ладно. Не очень хорошие карты, если честно. Так, а вот за надгробие что дали, это хорошо. Опа. Опа, пули. Сразу начинает с добора, да, ребята? Хорошо устроился парнишка-то, смотри, а. Очень хорошо. Пропускаем. Грибочек. Что-то мне не нравится это все, ребят. Усы применить? Давай применим. Бред какой-то. Что это выпало? Ну зачем это мне нужно? Сейчас он здесь энергии нахапает, ребята. Ох, от души нахапает. Смотри. Так, ну что, я предлагаю сделать следующее. Вызвать вот этого зомби. И все. Больше ничего не смогу сделать. Есть у тебя там уничтожитель? Ох ты. Ох ты, что у тебя есть? Ты посмотри, ребята. Нежданчик, если честно. Не ожидал. Че, рикошетим его тогда, да? Для этого нам нужно... А давай я вот так сделаю. Давай я вот так сделаю. Так, нам при... Опа! А вот это вот самое худшее, что могло быть. Хотя... да, скорее всего, самое худшее, ребят. Трындец. Ну что, прятать придется нам тогда с тобой этого. Вот сюда. Да и, наверное, мы вот так с тобой сделаем. Коль, так пошло все. Ну, я понял, понял вас. Ну, промахнулись, что ж ты делаешь? Это все на энергии, все на своей, да, ребята? На паршивой энергии. Да пропущу я ход. Этих-то ему как не хочется терять. Ой, как не хочется терять. Я даже знаю, ребята. Сейчас думает, как бы мне вот их спасти. Как бы мне сейчас... Может быть, у него еще один такой есть, ребята. Я не удивлюсь. Просто я хочу жабу вот эту вот рикошетом пиу убрать. А уж получится или нет, может быть он... Что он там задумывает, я не знаю, ребят. Какие у него там задумки. Но 100% у него нету там усилялок или еще что-нибудь. У него вот чисто мелких, побольше мелких карт поставить и превратить их... О, видишь? Сейчас и вот этого еще одного поставит. Нет? Так, но у него же есть заклинаха? Есть. Поэтому 100% он сейчас что-нибудь будет делать. Странно. Да ядрен ты, матрен. Ты посмотри, что творит. Ну давай я сделаю вот так вот. Что он там опять сейчас придумает, я фиг его знает. Что у него там на уме вообще? О, лишил атаки. Ага, я про этого совсем забыл. Я про этого совсем забыл. Так, выставите. Вот сюда выставим. Короче, этого уничтожим. Ну и второй зомби сюда выставится. Все, ребята. Поехали. На получаем урона, конечно, сейчас немало. Сработало, да? Так, что там я за карту получаю? Оу. Пока даже не надо ее применять. Тюнь-тюнь-тюнь. Угу. Угу. Ну и что? Ну, предположим, я поставлю сюда сундук. Да и вот так вот. Опа. Хорошая, кстати, карта, ребят. Отлично. Так, кого он там сейчас будет выставлять?
Ага, жаба, она съедает, да, моего этого? Сразу же причем. Наносит сюда 2 единицы урона. Мы с тобой сделаем... А что мы сделаем с тобой? Да ничего. Можем только вот тут бомбануть. Но этого не стоит пока делать. Поехали. Уже бой не на шутку, ребят. Если честно. Да какие уж там шутки, да? Скажешь ты. Я с тобой полностью соглашусь. Какие уж там шутки. Ну что у тебя там на уме? Угу. А, у тебя есть... Ну-ка нафиг, убрал свою фигню. Хо-хо-хо-хо, поехали. Оба, он, наверное, этого не ожидал, да? Ой, 6 в лицо же, 6 в лицо, ёпрса ты! Я, ребята, сам себе... Господи, я сам себе... Я забыл, что он наносит повреждения и моим бойцам. Ты понимаешь? Вот где я лопухнулся-то. Ай, чудик, чудик. Ну, ребят. Ну, оплошал. Что я могу сказать? Оплошал. Ладно, давай мы на сегодня закончим с тобой. Да, я знаю, что коротенько все получилось, но, тем не менее, довольно занятно. И увидимся уже в следующей серии. Так что всем пока, всем до скорого и удачи вам.